больше, чем творчество. Таков девиз каждого участника «Студ весны», рассказывают студенты Самарского государственного экономического университета. Весна – это жизнь. И прежде всего, это способ проявить себя, показать, что вы можете вне стен университета, вот сейчас конкретно. Это способ, конечно, раскрыть свои какие-то таланты, потому что ты можешь прийти, ничего не уметь, а тебя научат всему. Коллектив экономического университета становится победителем «Студ весны» уже 15 лет. Этот год не стал исключением. Победителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Это такая традиция нашей «Студ весны» на протяжении... 17 лет! 16 побед! Ну что, давайте пожелаем новых успехов. Фестиваль «Самарская студенческая весна» проходил с марта по апрель. За это время свои программы представили 16 университетских команд со всего региона. Более 300 студентов показали самые яркие номера на гала-концерте. Момент, когда ты готовишься 3 месяца, 4 месяца, кровь, пот, слезы, все что угодно, побои, какие-то болячки вылезают и все в этом духе. Но когда мы выходим на сцену, мы просто начинаем такие эмоции получать, что даже словами невозможно передать. Победителями стали 17 команд в разных номинациях. Оригинальный жанр, мода, танцы, вокальное направление и другие. Они будут представлять Самарскую область на всероссийском этапе фестиваля. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.